Если вы ощущаете сухость, потерю эластичности, головокружение и усталость кожи, то главная причина этого – обезвоживание организма. Чтобы избежать этих проблем, необходимо поддерживать ежедневный водный баланс. Самый простой способ сделать это – использовать миску с водой. Самый эффективный способ удовлетворить суточную потребность в воде – восстановить количество воды, потерянное во время тренировок, и поддержать водный баланс организма – использовать бутылку с водой. Основная цель использования контейнера для воды – удобно носить воду с собой и использовать ее по мере необходимости. Поскольку контейнеры для воды изготавливаются из пластика или металла, не содержащего бисфенола, они очень безопасны в использовании. Кроме того, стандартное использование бутылки для воды помогает снизить воздействие пластиковых бутылок на окружающую среду. Водный баланс крайне важен для общего состояния здоровья, включая пищеварение, кровообращение и регулирование температуры тела. Бутылки для воды удобны в использовании и транспортировке, поскольку они портативны. Это позволяет легко поддерживать необходимый уровень воды, особенно во время бега, езды на велосипеде или путешествий. Контейнеры для воды помогают поддерживать температуру воды горячей или холодной при закрытой крышке. Это отличный вариант для тех, кому нужна холодная вода во время занятий спортом или горячая вода в холодную погоду. Он также помогает измерить ежедневное потребление воды в зависимости от объема контейнера для воды. Наконец, на сайте fix.as вы можете бесплатно ознакомиться или заказать модели контейнеров для воды с различным дизайном и из разных материалов.